Здравствуйте. Представляю вашему вниманию лот номер 6 Aldi Textilien. Страна Германия, демисезон, вес мешка 12200, количество в мешке 53 единицы, микс мужской, женской и детской одежды. Флисовый плед, качество шикарное, функционал огромный, накрыть диван, просто накрыться, выйти на улицу накрыться. Размеры пледа 1,5 на 2 метра, цвет такого графитового цвета. Футболка для спорта, размер XL. Велосипедки, такого плана штанишки, велосипедки спортивные, размер L. Платье розового цвета, платье-сарафан, размер XS. Детский топ на возраст, на рост 140 сантиметров. Детские футболки в комплекте 2 штуки на рост 116. Платье домашнее, размер M. Джинсы на резинке, размер 110. Большая часть вещей натуральных тканей, это трикотаж. Если даже это синтетика, то она очень качественная. Синтетика всегда, она сейчас подогнана, даже ее не отличишь, что натуральная, не натуральная, то есть она всегда приятная. Водолазка, размер S. Такие вот карнавальные штаны для разных можно видов деятельности. Бывает, что ищут какие-то сценки в школах, прочее. Размер XS на рост 160, на 146-152. Толстовка бордового цвета с капюшоном, размер S. Рубашка поло мужская, размер L. Джемпер вот таких нейтральных тонов, размер 2XL. Состав 100% катон. Футболка белого цвета, размер M. Рубашка поло мужская, размер L. Блуза такого серебристого цвета, спинка вискоза, вперед это под атлас сделанный, комбинированное такое интересное сочетание, размер M. Двойка такая вот, кардиган и кофточка, размер M черного цвета. Мужские брюки с карманами. Размер 52, и смотрите, вот поближе покажу, как можно носить с кроссовками, с рубашкой, с футболкой. Брюки такого коричнево-песочного цвета, размер 52. Блуза, состав вискоза, своеобразным вырезом, размер L. Вот такая туника, размер S. Костюм для сна. Футболка с коротким рукавом и вот такие трикотажные штаны, размер S. Также в лоте присутствует упаковка вещи, не хочется распаковывать, очень красиво упакован для подарка, пижама. Но я поближе буду показывать, как это изображено на картинке, это видно и понятно. Размер XL, вот такая танковка, размер S. Платье, также для дома, размер L. Такие детские полосатые футболки размер, на рост 134-140. Набор для творчества, самим шить, такого плана, вы посмотрите поближе. Что именно, какая-то шапочка. Ну, то есть уже поближе, когда получит тот этот товар, разберется. Ну, вот интересно. Вот такие вот мочалочки в комплекте 6 штук. Детская флисовая кофта на рост 74-80. Детский костюм для сна на рост 110-116. Флисовая кофта на рост 74-80. Зимние колготки. Размер 38-40, 76 катон, 22 полиэстер, 2 эластан. Качество шикарное. Нижнее белье, женские трусики, 2 штуки в комплекте, размер S. К
костюм для мальчика на возраст 86-92. Капроновые колготки 40 ден, размер М. Флисовая повязка. Такой бюстгальтер. Можно для спорта, можно вместо купальника, если подобрать низ. Посмотрите, сзади вот такой перекрестный фасон у него. И вот так смотрится. Размер купальника L. Нижнее белье, две штуки в комплекте, боксеры мужские. Состав полиэстер, но очень хорошее качество. Трикотажные домашние брючки, такие штанишки на резинках, размер L. Белье утяжка, размер S. Детская кофта флисовая, рост 110-116, курточка. Вот так она выглядит в упаковке, размер 52, это будет где-то на размер 56. Я озвучиваю ее размеры европейские, которые указаны на бирках. Размер 26 кроссовки. Вот такого плана гольфы, даже как термогольфы, внутри такая баечка. Две штуки в комплекте. Стельки детские для зимы, размер 34-35, на фольгированной основе. Мужские плавки, размер М. Набор гольф, размер 27-35, пар в комплекте. Термоколготки такого темно-синего цвета. Не знаю, если приближу, видите, такая вот тоже баечка флисовая, это очень приятная. 42-44 размер. Футболка женская, размер S. Детский костюм на рост 116. Такие теплые, шерстяные, шикарные тапочки домашние на ребенка. Размер 31. И вот такой бюстгальтер. Размер 75B.